no chatting, let it ring, 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 like run up on it like shh. Приветствуем вас, болеи чемпионата мира по футболу. Совсем скоро начнется игра, которую вместе с вами будут смотреть Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте. Команда уже готова к началу встречи. О каких-то дополнительных мотивациях, думаю, говорить не стоит. Это чемпионат мира, и этим все сказано. Сегодня сборная Перу играет против Дании. Еще совсем чуть-чуть, и свисток арбитра погонит команды вперед. Итак, первая встреча соперников в групповой стадии чемпионата мира. Мяч в центральном круге. Да, и масштаб турнира уже ощущается. В подаче, и есть там кому сыграть. И выносится мяч из штрафной. Нужно бить поворот. И пробил. Опас. Йотун. В этой атаке оборону пройти не удалось. Смешанное впечатление оставил первый тайм. Вроде и моменты были, но однозначно выделить одной из команд пока не получается. Складывается ощущение, что силы соперников действительно равны, но второй тайм может все радикально поменять. Думаю, кому-то все же достанутся 3 очка в этой встрече. Итак, продолжается матч. Второй тайм первой игры группового этапа. И даже на этой стадии нельзя позволить... Грамотный пас, все, арфа! Да, с такой очень здорово он открылся и получает эту передачу. Еще чуть-чуть, гол мог быть. И это удар! Какой шанс! Передачу прочитал. Может получиться интересная атака. Фантастика! Брависсимо! Блестящий мяч, и команда выходит вперед. Казалось бы, уже согласились на ничью, но нет. Осталось только не потерять самообладание и довести дело до конца. Немая сцена в обороне, а ведь им надо хватать мяч и быстренько бежать к центру. Времени на ответный гол ведь почти не осталось. Слушай, если они сейчас отыграют, то это будет... Итак, звучит финальный свисток. Матч окончен. И вот такой результат. Достойна ли проигравшая команда больше? По сегодняшней игре я бы не сказал. Я тебя здесь бы поддержал. Не тот уровень, не тот настрой. Бледная игра. Очень бледная. Он провел хороший матч. Просто здорово смотрелся. Думаю, что он уже на всех спортивных сайтах красуется в полный рост. Забить решающий гол под занавес матча – это бесценно. Планеты. Чемпионат мира по футболу приветствует вас и приглашает посмотреть за игрой лучших сборных мира. В ближайшее время проведем вместе. Меня зовут Георгий Черданцев, и вместе с Константином Геничем мы будем работать для вас. Здравствуйте! Ждем начала игры, которая обещает быть очень и очень интересной. Сегодня сборная Хорватии играет против сборной Нигерии. Установил судья мяч на центр, и считанные секунды остаются до начала сегодняшнего матча. И необычного футбола. Состав Хорватии. Команда сыграет. Нужно выходить вперед! Бей! Учится что-то стоящее. Нужно забивать и выходить вперед! Угловой будет, и его сборная Нигерии подаст. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Защита первая на мяче. Вынос. Удар! Опасно! Нигерия в атаке. И как опасно пробил. Через фланг идет атака. Есть свободное пространство. И пробил. Ахмед Муса. Прострел. Виктор Мозес. Защита надежно играет. Мяч отобран. Ну что же, первый тайм сильнейшего не выявил. Посмотрим, что нас ждет во втором. Осторожничают пока команды, не хотят лезть на рожон в первом же матче. Однако ощущение, что все еще впереди, обманчиво. Нужно набирать очки здесь и сейчас.
групповой турнир. Не успеешь моргнуть, он уже закончится. Здесь все скоротечно. Итак, это первая игра групповой стадии чемпионата мира. Второй тайм мы смотрим. Интересно, были какие-то особые тренерские правки во время перерыва? Ну, скоро мы об этом узнаем. Команде. Такие передачи растягивают, разрывают. Бей и выводи команду вперед! Забивают они! И теперь, конечно, преимущество на их стороне. Обидно должно быть голкиперу. Достал он этот мяч, но спасти свои ворота не сумел. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Минута матча. Виктор Мозес. И подает в штрафную. Он бьет головой и забивает. Великолепно пробил. Точно и достаточно сильно. Опять был бить сильно. Гол, забитый головой, конечно, не редкость, но всегда смотрится как-то по-особенному. Кто бы мог подумать, что они забьют. Но им удалось ограничить активность соперника, да и поворотом они били чаще. Да, они очень грамотно построили игру в нападении, и, похоже, соперник просто оказался к этому не готов. Хороший пас на ход. Где же удар? И спасает вратарь. Аут, посмотрим, смогут. Игра закончена. Я не сомневаюсь, что на пресс-конференции тренер победителей скажет сегодня: а зачем нам долго владеть мячом? Гораздо важнее не долго владеть, а эффективно. Хорошая фраза, яркая. И самое главное, уместная. Если команда настроена должным образом, процент владения тут будет играть далеко не решающую роль. России набирает обороты. Сегодня мы смотрим первую игру группового этапа, и это будет очень интересно. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте. На групповом этапе больше команд, разнообразнее футбол и, разумеется, больше забитых мячей. Ждем начала игры. Сегодня сборная Коста-Рики играет против сборной Сербии. Первому чемпионату мира в истории Европы пропускает и Кубок мира, а одной из главных радостей отборочной кампании стала игра. Итак, первая встреча соперников в групповой стадии чемпионата мира. Мяч в центральном круге. Да, и масштаб турнира уже ощущен. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Тадич! Мимо! Оборона тут сыграла. Борхес! Ренья! Забивают они! И теперь, конечно, преимущество на их стороне. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Ну, после такой передачи промахнуться было бы преступлением даже с моей стороны. Согласен, и с моей тоже. Ведь и разыграно это было идеально. Мертвый мяч для голкипера. Вот так был забит гол. Смотрим комбинацию. Хорошая навесная передача. И тут нужно было просто попасть. Сергей Миленкович Савич. Адам Яич пробил мимо, однако нервы соперникам пощекотал. Они чувствуют, что ответный гол где-то рядом и ищут возможности, чтобы забить и сравнять счет. Хороший первый тайм он провел. В общем-то, именно его гол, вот этот гол, в концовке первого тайма все изменил. И соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко.
Ну что, начинается вторая половина матча. Первая нас однозначно не разочаровала. Ждем того же. Удар! Опасно. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Какой удар! Отскок в поле от перекладины. Отобрал мяч на чужой половине поля. Можно сразу начинать новую атаку. И это удар! И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Ну что сказать? Голище. Смотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача. Оставалось ее только за... Вот так был забит гол. Смотрим комбинацию. Хорошая навесная передача. И тут нужно было просто попасть. Неплохо. Сергей! Бей и выводи команду вперед! И вот он, гол в концовке. Отлично было сыграно, и они выходят вперед. Очень непростой момент сейчас для соперника, ведь времени у них почти не остается. Не дотерпели, но теперь терять уже нечего, да и времени совсем не осталось. Можно успеть разве что последний штурм организовать, а если повезет, ну, может, стандарт какой-нибудь заработает, а там и голкипер в штрафную подтянется. И заканчивается эта встреча. Ну что, сегодня группа атаки проявила себя на самом высоком уровне. Так бывает не всегда в современном футболе, но вот сегодня как раз такой случай. Ну вот как говорят, у страха глаза велики. Хотя вот сегодня перед соперником хотелось, наверное, закрыться, но когда ты вырываешься в футбольный простор, вот тогда и получается самая красивая игра на свете. Первый матч в группе. Здравствуйте. Это очень важный матч. Победа в первой игре – это большой задел. И команды это прекрасно понимают. Так что ждем начала игры и готовимся смотреть футбол мирового уровня. Сегодня сборная Германии играет со сборной Мексики. Чемпионат мира 2018 года в России событие уникальное во многих аспектах, в том числе по составу участников. Например, впервые в финальную... Установлен мяч на центр. Чемпионат мира по футболу. Вашему вниманию. Да, сколько копили мы все эти эмоции. И вот пришла пора их выплеснуть. Конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Нужно забивать и выходить вперед. Тони Кросс. Ну что же, первый тайм сильнейшего не выявил. Посмотрим, что нас ждет во втором. Осторожничают пока команды, не хотят лезть на рожон в первом же матче. Однако ощущение, что все еще впереди, обманчиво. Нужно набирать очки здесь и сейчас. Групповой турнир. Не успеешь моргнуть, он уже закончится. Здесь все скоротечно. Вторая половина встречи начинается, и пока рано делать какие-то предположения. Да, давай смотреть по игре. В футболе, как и в любом другом виде спорта, все может... Проходит эта передача, может быть опасно. В играх с аутсайдерами он всегда выполняет свою работу добросовестно. А вот схватки с серьезными соперниками не тушуются. Хавьер Эрнандес. И есть гол! Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Обидно должно быть голкиперу. Достал он этот мяч, но спасти свои ворота не сумел. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Есть тут от чего Йоахиму Леву быть недовольным. Пропустила его команда, и теперь нужно отыгрывать. Снял мяч у нападающего в своей штрафной.
Было нарушение, но судья игру не остановил с мячом Мексика. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. И разрезающий пас на ход. Вело, будет гол! И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Дубль есть. Ну что, вперед на хет-триком. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Утащил один удар. Ну же давай! И это просто шедевр! И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Великолепный гол, и к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Да, на тренере просто нет лица. Совсем расклеилась его команда. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Ну что же, игра завершилась. Он сегодня провел выдающийся матч. Ну, он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате. Итак, что сказать, подводя итоги. Матч шел в одни ворота. Это, наверное, главное. Да, и мы с тобой прекрасно знаем, где эти ворота стоят и кто в этих воротах находится. We will have to start it.